Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Продолжаем наше обучение. Никита сейчас покажет, как делать одинарный стоячий фальц. Никита, приступайте. Так, подрезаем сначала 45 градусов малую кромку, которая у нас 30 миллиметров. Стали резать, да? Так, аккуратно пальцы. Так, теперь прибавляем к этому 20 миллиметров, тоже под углом 45 градусов. А в этот больше, так. Вот так. И параллельно линии. Ну ладно, отгибайте теперь. Надо 20, а у вас получилось меньше 10 миллиметров. Отгибайте теперь клещами крыльями. Так. Так, теперь уплотняем. Уплотняем, хорошо. А ничего страшного, ничего страшного. Это будет потом под объем. Так, и с другой стороны. С другой стороны тоже 45 градусов. Можно кромочку чуть-чуть побольше, вот эту большую, отогнуть, чтобы удобно было. Так, 45 градусов. Подрезаем. Так, упираемся неправильно, вот так, упираемся, смотрите, упираемся вот сюда вот, не где хотим, вот, а конкретно, что вот сюда, вот так вот, вот так вот, да. Вот сюда, да, вот, отлично. Так, так, с крыши ничего не бросаем, бросаем так. Теперь подняем чуть-чуть рукой, да, можно, и теперь прибавляем 20. Побольше вот здесь, вот вы когда прикладываете, видите, приложите вот так пальцы, видите, 20 миллиметров побольше, вот так вот, и параллельно линия, параллельно. Нет, не очень хорошо, опять скосили на минимум, неправильно. 20 миллиметров здесь нет, есть 10. Ну ладно, хорошо, убиваем. Рукой придерживаем, да, второй рукой. Ну, можно рукой вот так вот, железо мягкое. Возьмем деревянную кияночку и кияночку уплотним теперь с одной стороны и с другой. Сначала большую, да, кромку, потом на середине, да. И с этой стороны тоже. С этой стороны. Ну, с этой стороны, если нельзя, то вот хотя бы вот так вот попробуйте, видите, тоже пригибается. Ну, проще, без выставок положения, он всегда выберется. Так, ну и все, теперь делаем, заваливаем 20 миллиметров с большого гребня. Нет, берите, вы же так не сможете. Надо клещами, так деревянная киянка не получится. Так. И прибавляете миллиметр чуть-чуть сверху, миллиметр на загиб, и отгибаете.
Так, теперь берете кияночкой, простукиваете. Можно побольше, побольше, больше 90 градусов, да. Все, а теперь можно уплотнить уже вещами. Да, сразу не уплотняем, а постепенно отгибаем. И потом уже... Вот эти клещи малки, они чем хороши, они отгибают под углом. То есть они не прессуют параллельно. То есть губки под углом сделаны. И дает ровный такой гиб. Ну вот, отлично. Спасибо.